домой. Щелкни. Так, все, этот готов. А этот хитрый будет стрелять, да, я так понял. Давайте мы его сюда немножечко отзовем. Сразу подлечимся. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Называется наша игрушечка танки. Так, и у нас есть большой танк. Давайте поедем посмотрим. С кем мы будем сегодня с вами воевать? Наверное, с танками? Вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо, сейчас поеду танки. О, вижу, один танк перевернут был. О, еще один. Так, ё-моё, на, получай. Хорошо. Взяли мы танк один, уничтожили. Давайте отправимся дальше. О, сколько здесь много танков, подожди, на. Так, этого надо, главное, щелкнуть. Хорошо. Ой, мимо, тихо, не злись. Нормально, отдыхай. Так, этот танк у нас заедет, он у нас большой. Сейчас, о, мы его щелкнем. В принципе, несложно. Так, и этого надо быстренько на подлете. Все, готов. Следующие танки. А, здесь, наверное, кто-то тоже будет. А, да, едет уже, смотри, чувак. И еще один какой-нибудь, 100%. Там еще один будет. Ага, вот он. На, разбили. И скоро у нас появится, ребятушки, босс. Есть. А вот и босс. Вот и босс едет. Армада. Сейчас мы его щелкнем сами, ребятушки. Тихо. Давай. Раз, удар. Два. О, с двух ударов. Отлично. Может быть, мы сегодня даже с вами откроем какую-нибудь новую карту. Угу, 2800. 2900, я думаю, будет под конец игры. Может быть, больше. О, два сразу, два танка. Ух ты! Тихо, подожди. На! Всё. Готов танк. О, два сразу, смотри, едет. Вот этот чувак, смотри, стреляет. Я его как-то сейчас мимо. Так, вот так вот, смотри. Я стреляю, и он получает урон. От звуковой волны, видишь, волна идет. Все, готов. И еще один едет. Так, этот у меня этот хитрый, смотри, какой, а. Ехать дальше не хочет. Давайте мы его проедем вот так. Все. Просто взяли его, объехали. Поверх. Так, он там что-то стреляет. Так, готов. На, получи. Вроде бы все нормально. Все хорошо идем. Вот этого сейчас щелкнем. Вот, этот большой, жирненький, они мне нравятся. Они такие неповоротливые. Вон, видишь? Два танка встало. Так, а здесь уже поактивнее стали танки появляться. Все, готов. Так, этот щелкнулся, давай щелкни сам. Ну, это легко будет. Наверное. Да, уничтожены. Продолжаем путь. О, сколько так. Так, едем. Ты чё тормозишь, алё? Тут их очень много танков этих. Ой, не меньше зафигачат, наверное. Ладно, не будем. Не, надо отъехать. Ребята, нет, нет, очень месиво. Вообще месиво какое-то. Мне это не нравится. Так, а тут вот, есть один. Так, второй есть. Да. Сейчас мы по одному их щелкнем. Так, все, этот готов. А этот хитрый будет стрелять. Да, я так понял. Давайте мы его сюда немножечко отзовем. Сразу подлечимся. Ой, хорошо. Так, ну где он там? Подъезжает или нет? Да, подъезжает. Хорошо. Все, разбили. Да, мы их, ребятушки, все... А, кого тут? Еще вот куча там. Откуда вы взялись, алё? Я же вас всех... Я думал, я их всех уничтожил. Нет. Все, забираем наши монетки. Так, вот этого сейчас я попробую. О, нет. Тихо. Я еще хочу как-то живым еще
быть и уничтожить босса. Это еще более-менее живеньким быть. А ну где, кто там? А, да он стоит просто, смотри. Просто стоит и стреляет в эти свои штуки. На, отдыхай. Так, второй босс. Ребята, второй босс едет. Легион. Ага. Так, а ну-ка. А, нет, назад я не могу. Так, давай. Еще немножко. Хорошо. Так, мимо. Где он там едет? Скорее всего, он там где-то застрял. Поехали вперед, посмотрим. Да, ребята, он застрял. Ё-моё. Как-то не очень удачно. Застрял, и он меня стреляет. Все, уровень пройден. Итого у нас уже 2900 монет. Надеюсь, дойдем до 3000 сегодня. А, ну подожди. На, получай. Да, здесь мы получаем 2 монетки. Очень хорошо. Так, все, там все закончили станки, да, я так понял? Чуть-чуть у нас осталось, чтобы было 3000. Ну, давайте посмотрим. О, едет. Так, а ну-ка назад от я чуть-чуть. Так, мимо. Да, так я его не уничтожу, ребята. Что-то там он где-то... Что-то с ним случилось, или он перевернулся, а у него сил нет доехать. Так, чувак, на, подожди, получай, на, подожди. Все, готов. Какой ты быстрый был, а? Ух ты, я даже подняться не могу, прикинь. Давай еще раз. Я подняться на этот пол не могу. А, все, нормально. Так, и здесь у меня уже как раз ребята сидят, ждут. Ждут меня. Ой, стреляющего я не люблю. Ладно, придется ехать на абордаж. Потому что он меня зафигачит здесь. Тихо, отъезжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Сейчас эти начнут стрелять. Ё-моё, сколько вас? Алло. Так, быстро подлечимся. Подлечились. Хорошо. Так, этот едет. Раз, готов. Все, ребята, официально у меня уже 3000 монет. И мы сможем с вами сегодня даже купить новую карту. Откроем карту, где мы будем получать за каждого сбитого танка уже по 3000 монет. Ой-ой-ой-ой, что вы делаете, ребята? Вы чего? А ну-ка, тихо. Давайте сейчас вас быстренько всех пощелкаю. Особенно вот этого. Все, готов. К сожалению, у меня уже здоровья мало. Ну все, 3018 монет, уже неплохо. А потом монеты я смогу тратить с вами, ребята, на многие хорошие, классные вещи. На, еще, на. Ах, уничтожили. Ёлки-палки. Ну ладно. И ничего страшного. А, давайте в классику зайдем и приобретем на такие наконец, атаку в пустыне. Все, готово. Ну, я предлагаю поехать посмотреть. Так, а здесь я не могу, да, приобрести? А, вот. А, получается 10... А, 10 монет, все хорошо. А, ребята, это очень нормально. А если мы возьмем... А, титан нужно открыть, и мне нету еще, да? Ладненько. А вот этот уровень у меня же открыт, давайте мы его возьмем. Потому что, скорее всего, здесь это нам понадобится. Здесь будут вертолеты. Ну, по крайней мере. Так на картинке было нарисовано. А хотя я не знаю. Да, есть вертолетики. Так, я не заметил, что у нас там 3 дали, да, монеты? Так, этого я сейчас. Сейчас подъедет, я его сейчас щелкну. Есть. Да, ребята, 3 монеты. Это очень хорошо, 3 монетки зарабатываем. Но в пустыне, я тебе скажу, не так-то легко играть. Потому что здесь вертолеты летают. Но вертолетиков мы будем гасить с вами. Вот так вот, в пустынке. В пустыне не легко. О, видишь, что делает? Ё-моё, тихо-тихо, отъезжаем. Есть.
Ох ты, да сколько вас там тут, а? Так, один вертолет готов. Так, это сейчас щелкнули. Так, хорошо. И давайте вот этого сейчас попробуем. Есть, готов. Готов, ребята. Я не знаю, кто здесь босс будет. Наверное, тоже кто-то на вертолетике будет. Какой-нибудь босс. Опа, как удачно. Как удачно я его щелкнул. Так, ты мне тут не мешай. Своими бомбочками. Иди отдыхай. Так, ну и босс, да. Так я и думал, гонец ада. Босс у нас вертолетчик. Ох ты, с одного удара я его уничтожил. Нифига себе. Очень даже хорошо. Мне это нравится. Мне это очень нравится. Давайте едем дальше. Так, готов. Готов. И этот тоже готов. О, по три монеты вообще нормально. Так, это... О, нифига, случайно. Другой танк уничтожил. О, вертолетчики. Два вертолетчика сразу. Нифига себе. Ну, сейчас мне нужно на подлете их уничтожать. Сейчас они подлетят, подожди. Один готов. Второй... А, и второй подбил. Да ну. А, нет, не подбил. Только ранил. На, получай. Вот это жаришка, жаришка какая, жара. Жара в пустыне, нифига себе. Так, тихо, отдыхай. У меня еще этот авианалет есть. Давай авианалет используем. О! Жалко я. А, нет, подбились все. Вертолетчики подбились, ребята. Все хорошо, нормально. Можем же. Когда хотим, да? Когда хотим, моем, когда хотим. Так, а ну-ка, давай, вот это вертолетчик сейчас. Теперь вот этого танкиста. И еще сейчас вертолет будет подъезжать. Вот, подъезжает. На, получай, отдыхай. Готово. Так, а, второй босс у нас, получается, на танке едет, да? Давайте, ой, хорошо. Ой, хорошо, уничтожили. Еще уровень пройден, еще мне это дали. Слушай. Ага, подлечиться немножко. Ох ты, нифига себе, сразу на подлете. Сколько танков. Ага, третий у нас. Так, а ну-ка, тихо-тихо, нет, тут проедем. На, получай, если ты тоже будешь получить. Да, давай. Так, давайте, авиаударчик. Ой, нормально. Так, танк, и ой, этот вертолет не дай. На, я тебе щелкну. Чтоб ты мне уже не мешал. Так, ребята. Вот вы против кого, а? Идете. Тихо. Так, плохо, что я тебя сразу не щелкну. Да. Ох ты! Танки, танки мои любимые. Сколько вас много, так надо отъехать немножко. Отъезжаем. Тут вертолетчик будет, сейчас мы его попробуем. Ага, вот здесь сейчас мы сделаем его. Ой, хорошо, хорошо. На! Так, там, наверное, два будет вертолета, еще один будет. Давайте подождем. А может, нет. Будем надеяться, что не будет второго вертолета. Так, едем, где наши танки? Застряли в песках? Да, один перевернулся. Сейчас мы отъедем немножко, щелкнем его, хорошо. А, вот еще. Так, ладно, я сейчас на абордаж буду брать. А, ребята, я буду вас сейчас брать на абордаж. На. А, уничтожили. Ну да, бывает, бывает, ребята. Так, а я потихонечку к генералу подхожу. Вот так вот мы сегодня, ребята, с вами поиграли, открыли карту. Я считаю, очень хорошо. В следующий раз будем открывать звезды, будем открывать сундучки. Может быть, нам выпадет какой-нибудь супертанк. Ну что ж, а на этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр. Если ты досмотрел этот ролик, поставь, пожалуйста, лайк. Подпишись на канал, пиши комментарий, передавай привет. Всем пока-пока.